финале 29-го розыгрыша Кубка СССР по футболу на центральном стадионе имени Ленина встретились динамовцы Москвы и Тбилиси. Как и всякая кубковая встреча, матч проходил остро, в непрерывных атаках обеих команд. Динамовцы Тбилиси в полосатых майках. На 17-й минуте москвич Штреков забивает первый гол в ворота гостей. Второй тайм. Очередная атака хозяев поля. Смотрите. По правому краю проходит Штреков. Он передает мяч на вратарскую площадку Козлову. Тот подрезает мяч, и Еврюжихин хладнокровно посылает его в ворота тбилисцев. Гол, забитый тбилисцем Хинчикашвили, лишь сократил разрыв. 2-1 в пользу московского «Динамо». Хрустальный кубок снова в столице.